Здравствуйте! Сегодня я приготовлю маффины-лакомка на цельнозерновой муке с малиной. Не забудьте подписаться на канал и включить уведомления, чтобы первыми получать сообщения о новых видео. Приятного просмотра! Цельнозерновую пшеничную муку соединить со щепоткой соли, содой и разрыхлителем. Про совместное добавление соды и разрыхлителя можно прочитать в описании. Натуральный мед соединить со смесью сахара и ванильного сахара, яйцом. Перемешать. Добавить растительное масло и кефир любой жирности. Перемешать до однородности. Соединить с мучной смесью и размешать. В завершение добавить цедру половины лимона и малину. Я использую сорта Кумберленд. Ягоды могут быть свежими или сразу из морозилки. Форму для маффинов выстелить бумажными манжетками. Заполнить каждую на 3/4 объема. Исключительно по желанию посыпать сверху миндальными лепестками. Выпекать разогретой до 160 градусов в духовке на среднем уровне без конвекции 25-30 минут. Готовые маффины полностью остудить. Они получаются воздушными, ароматными и умеренно влажными. Больше рецептов кексов и маффинов можно найти по ссылке в описании. Делитесь этим видео с друзьями, готовьте с удовольствием. С вами была Ирина Подолян на канале «Приятного аппетита».